Миксидол. Состав: действующее вещество – этилметилгидроксипиридина суксаенат. Фармакологическое действие – ноотропное, антиоксидантное, мембраностабилизирующее, церебропротективное, анксиолитическое, адаптогенное. Тормозит перекисное окисление липидов, повышает активность антиоксидантной системы, активирует энергосинтезирующие функции митохондрий, улучшает энергетический обмен в клетке, способствует поддержанию уровня макроэргов в ТЧ. При стрессовой гипоксии активизирует внутриклеточный синтез белка и нуклеиновых кислот, ферментативные процессы цикла Крепса, способствует утилизации глюкозы, синтезу и внутриклеточному накоплению АТФ. Восстанавливает структуру и функции мембран, оказывает модулирующее влияние на мембраносвязанные ферменты, ионные каналы, транспортные системы нейромедиаторов, рецепторные комплексы, ТЧ. Гамма-бензодиазепиновый, ацетилхолиновый, улучшает синаптическую передачу и взаимосвязь структур мозга. Улучшает метаболизм и кровоснабжение мозга, реологические свойства крови и микроциркуляцию, функционирование иммунной системы, подавляет агрегации Ю-тромбоцитов. Понижает уровень общего холестерина и ЛПНП-Б и вызывает регрессию атеросклеротических изменений в артериях. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.